Правильное питание – первый шаг к выздоровлению. В 7-й горбольнице, наконец, черед ремонта дошел и до пищеблока. Самому зданию более 50 лет, так что работа была проведена немалая. Реставрация длилась полгода, ремонт обошелся в 6 миллионов рублей. И еще 1,5 миллиона стоило оборудование и система вентиляции. Обновленной кухни, свежий персонал, как в ресторане. Уже на следующей неделе пациенты смогут оценить качество новой больничной еды. Здание достаточно давно находилось без капитального ремонта, тоже просто у поваров начинали опускаться руки, работая в таких условиях. И как Павел Алексеевич сегодня правильно заметил, что лечебное питание – это один из компонентов именно лечения. Поэтому я считаю, что мы теперь будем это осуществлять на достаточно приличном уровне.